Высокий холм, священный холм, и город весь, как на ладони, и там в садах весенних тонет заветный дом, родимый дом. Но не прийти к нему назад, на поле боя вас убили, а вы собой страну прикрыли, и этот город у Карпат. Ушли вы в разные полки, в атаках разных погибали, но здесь... На этом пьедестале вы рядом стали, земляки. И даже мертвый покой вы охраняете, солдаты, как перед боем автоматы, сжимая каменной рукой. Мары-мары, высокий холм, священный холм солдатской славы. И разве есть на свете сплавы прочнее, чем память о былом? Для поколений всех времен здесь это место будет свято. И вам, кузнецкие солдаты, земной поклон, земной поклон. Центральная улица города, улица Ленина, выливаясь из площади, устремляется на восток, упираясь в подножие древнего холма. Повторяешь про себя его имя – Мары. И словно слышишь раскатистое эхо истории, которая, угасая, теряется в глубине столетий. Именно Мары стали местом сооружения памятника мемориала погибшим кузнечанам. Это центральный вход мемориала. Но история говорит нам о некоторых других неизвестных фактах. 8 мая 1969 года проект памятника мемориала был опубликован на страницах городской газеты. 3 5-метровые фигуры солдат встали на фоне развернутого Знамени Победы, а вокруг мемориальные плиты с именами павших кузнечан. Городская газета сообщила кузнечанам о том, что такой мемориал будет установлен в сквере имени Владимира Ильича Ленина, где находится памятник Ленину, кстати, один из первых памятников в городе, по улице Комсомольской, то есть рядом с нашим парком. Длилась большая подготовительная работа. И вот в Кузнецк приехала бригада мастеров города Ленинграда. Возглавляли эту бригаду архитектор Линцбах и скульптор Талько. Они внимательно ознакомились с городом и приняли решение, что комплекс памяти павших кузнечан должен быть на Марах. Вы подниметесь по ступеням к вершинам скорбного холма. Здесь, опустившись на колени, стоит святая тишина, и легкий ветер, пролетая, коснется вашего лица, любовь и ненависть святая. И долг священный до конца. Давайте и мы с вами поднимемся по этой священной 75-метровой лестнице, где слева и справа находятся ниши, где размещены мраморные плиты с именами погибших кузнечан. Это фамилии тех, кто ценой собственной жизни отстоял независимость родного отечества и отвоевал мирную жизнь своим потомкам. 16 октября 1974 года в основании монумента были уложены первые кубометры бетона. Народная стройка началась, а она была действительно народной. Многие кузнечане, тысячи кузнечан, добровольцами пошли строить холм славы. На строительство холма было собрано 122 тысячи рублей. И это только от жителей города Кузнецка. Наверное, нет у нас такого кузнечанина, который не мог бы сказать: «Я строил холм славы». И это действительно так. В авангарде строительства холма были комсомольцы и молодежь города Кузнецка. Большую роль в строительстве и развитии холма сыграл его первый директор Павел Яковлевич Рябинин. И вот 9 мая
1975 года, юбилейный год 30-летия Победы, состоялось торжественное открытие холма воинской славы. По улице Ленина двигался бронетранспортер с горящим факелом. Это именно от него должен был зажечься вечный огонь на холме воинской славы. Трем ветеранам войны, бойцу 354-й стрелковой дивизии, оборонявшему Москву, Ивану Григорьевичу Морозову, военным летчикам Зазаеву и Головину было предоставлено почетное право снять покрывало с памятника трех солдат. Три гранитных солдата, шагнувших в бессмертие, предстали перед взором кузнечан. От факела из самого сердца звезды вырвалось пламя. Вечный огонь разожгли ветеран войны Обувщик Громов и ветеран труда Рызлейцев. У подножия памятника захоронена капсула «Обращение к потомкам». Она должна быть вскрыта в 2045 году, в год столетия со Дня Победы. Около 12 тысяч кузнечан ушли на фронт. Каждый третий из них не вернулся домой. Словно могучая исполинская ладонь вознесла над городом три 5-метровые гранитные фигуры солдат, сомкнутых в едином строю на фоне развернутого знамени Победы, и вечный огонь, как немеркнущий свет бессмертного подвига тех, кто не дожил, не дошел до нашей Победы. На центральной площадке холма расположена аллея героев. 5 бюстов героев Советского Союза на постаментах установлены здесь. Это наши герои, герои-кузнечане, герои Великой Отечественной войны, которыми мы гордимся, помним и чтим. Абрамов, Самохин, Монахов, Киселев и Силаев. Первоначально аллея героев была установлена на пересечении улиц Ленина и Дарвина в сквере героев в 1995 году. И только в год 65-летия Победы в 2010 году бюсты героев были перенесены на холм славы. Следует сказать, что все наши герои прошли всю войну и встретили победу. Они живыми вернулись с войны. И мы преклоняемся перед их подвигом и храним память в наших сердцах. В музее воинской славы, который находится у подножия холма, есть зал героев, где в экспозиции представлены информация, личные вещи, документы наших героев. Готовясь к открытию мемориального комплекса, в 1975 году из братской могилы, которые находятся на городском кладбище, были перезахоронены останки бойцов, которые умерли в госпиталях от ран в городе Кузнецке. 177 фамилий, которые перезахоронены здесь, и на плитах высечены их имена. Да, Кузнецк был далеко от фронта, но Кузнецк был городом тыла, и в Кузнецке лечили раненых. Здесь умерли от ран не только 177 бойцов, их гораздо больше. И вот в 2020 году на территории городского кладбища должен открыться новый поклонный крест, где также на плитах будут высечены имена, которые в ходе поисковой работы открыты вновь неравнодушными людьми, следопытами, исследователями, жителями города Кузнецка и тем, кто нам помогает. В западной части холма
расположена композиция из бронзы. Женщина, держащая в руках ребенка, как символ мира и продолжения жизни. Справа от северной лестницы находятся колонны, соединенные между собой пилонами с барельефами основных событий Великой Отечественной войны. Присяга, победа, тыл с изображением простых жителей и воинов-освободителей. В год 60-летия Победы в 2005 году здесь, у подножия холма, был открыт еще один памятник – памятник труженикам тыла. Его автор – скульптор Семынин, заслуженный художник России. В годы войны весь Кузнецк работал под девизом «Все для фронта, все для победы». Ушедших на фронт мужчин заменили старики, женщины и дети. Памятник, выполненный из белого бетона, представляет собой композицию из трех фигур. Это пожилой кузнец с молотом в руках, его подмастерье, подросток, который держит кузнечные клещи, и женщина с хлебным снопом в руках. Это памятник народу исполину, народу-труженику, который не побоялся невзгод и лихолетий военного времени. Когда открылся этот памятник в 2005 году, он вызвал действительно большой интерес у кузнечан. Одна из жителей Кузнецка, женщина достаточно преклонного возраста, подошла ко мне и спросила: «Дочка, скажи мне, вот эта фигура что, Николая II?» Я в недоумении развела руками и не поняла, о каком же Николае II меня спрашивает бабушка. Оказалось, что она спрашивала именно про этот памятник. Вот здесь кузнец с бородой действительно напоминает Николая II. Но мы, кузнечане, кстати, гордимся тем, что это был первый памятник кузнецу. Они смотрят в сегодняшнюю жизнь. И пусть они радуются от того, что они завоевали мирное голубое небо для своих потомков.